Люба, grabbed one and decided they had two mice. Two mice. Мой сын решил взять английскую няню. Как результат, внучке 4 года, она свободно говорит на английском языке. Наш ребенок стал просто космополитичным. Он в любой стране мира чувствует себя уверенным, своим. Раньше я преподавала английский язык в академии. И хочу сказать, что моя внучка, которой всего 4 года, говорит на английском языке лучше, чем мои бывшие студенты. Люба, тукнет, ай, тукнет, and mama said no touching, and then I lost my hand. Более 30 лет международная компания English Nanny подбирает квалифицированных нянек-гувернанток из Великобритании и Франции для работы в семьях наших клиентов по всему миру.